Все же вы знаете, что такое месячный план. А почему вы не купите на Новый год, на подарки? 26 примерно января будет конечная акция, где можно будет купить за 32 рубина подарки, содержащие в себе весь спектр интересных вещей, которые будут выпадать на Новый год. Так что, ребята, я не поверю, что у вас по одному аккаунту. Покупайте на 3-4 аккаунтах себе месячный план. Это позволит вам сэкономить на покупке рубинов именно в Новый год. То есть в среднем получается это 300 рубинов вы получите примерно на 700 рублей. Так что, ребята, дерзайте. Такой небольшой вам лайфхак. Копите рубины. Новый год уже скоро. Всем привет, всем привет! Вот этот канал Лига Music Wars. Ну и как всегда, самого интересного и приятного. Спасибо тебе, Змейка, за подарочки. Все получил. Надеюсь, еще грубик один я вытащу. Вот, дальше за найтбоксик спасибо нашему интересному клубику, который тут у нас проходит. В общем, первый раз вытащил я с него, короче, такую штуку. А сегодня речь у нас пойдет о том, что осталось совсем немножко, ребята. В общем, 13 или 14 декабря будет, скорее всего, новость анонсирована, а может даже 12-го, о том, что все, Хэллоуин заканчивается, тыквы будут изъяты и так далее. Все в этом духе, как обычно, в общем. Ну и, соответственно, где-то в воскресенье, наверное, в понедельник, как только новость появится, буду смотреть, появится ли новый питомец в паке. Получается, буду глядеть, может, что-нибудь интересное оттуда вытащим, если что-нибудь будет. Откуда я взял примерно такие слухи? Ну, давайте возьмем, допустим, 15-й год. Вот, смотрите, новость у нас от декабря 16 числа о том, что появляется забастовка. То есть, вот, скорее всего, нас ждет то же самое. Я очень буду сильно ждать. Это у нас в 15-м году кристаллоидик был. Такой вот, в общем, очень сильно жду, короче. Будут вкусные подарки. Буду много-много бить. Дальше, вот, смотрите, давайте 16-й годик возьму. Вот, видите, 14 декабря. Самое интересное, что первое, что второе происходило в среду. А у нас, получается, среда будет 13 число. Ну, не будут же они делать 20 числа. Мы же не успеем повыбивать все подарки. Поэтому, скорее всего, будет или 13 опять декабря, или 14. Я успел, получается, у нас повыкупить все, что можно здесь. Все, я все выкупил в ноль. И начал уже тусить в клубах. И советую вам, осталось несколько дней, ребята, не упустите, выкупайте все подарки, все, что можно, сливайте тыквы. В общем, Хэллоуин у нас заканчивается на следующей неделе. Ну и будем ждать, конечно, пак, который мы будем открывать и смотреть. Это такое небольшое, коротенькое видео с анонсом. Ну и как бы, давайте, ребята, короче, ждем Новый год. Новый год, ждем.